Меня зовут Аня Гурьева, мне 27 лет, я представляю добровольческий проект «Больничная клоунада». Мечтала стать клоуном. С детства ходила на выступления, ходила... Клоун – это вообще то, что я... Ради чего я шла в цирк. Когда увидела, что набирают больничных клоунов, больничную клоунаду, подумала, что это мой шанс. Всем привет! Давайте помашем руками. Дети, когда мы приходим, они очень рады, у них загораются глаза, потому что на самом деле они вот на этот небольшой промежуток времени, они вырваны из своего детства, так же, как и их родители. Давайте, выходим из пещеры. Я, наверное, настолько не представляла, что меня ждет. Просто изначально двигало мной это желание помочь, желание немножко скрасить вот эти их больничные будни. Ну, думала о том, что я могу себя проявить, вот только так, то есть как бы самореализация. Совсем не думала о том, что я получу в эмоциональном плане вот эту ответную, обратную реакцию. Вот, наверное, ради нее это все и стоит того. Один из раз, когда мы ходили, мы готовим программу, которую мы там проводим, скажем так, игры какие-то, загадки, и вот вроде бы мы уже все, собираемся уходить, а ребята настолько вот зажглись этим всем, они говорят, нет, нет, давайте, они начали просто сами предлагать игры. У меня прям очень это было ценно, очень это запомнилось, что, наверное, это здорово. Не так часто получается выбраться в больницу, потому что это и работа. В принципе, наверное, раз в месяц, раз в два месяца. Сейчас хорошо у нас вот завершились курсы для второй группы ребят. Люди совершенно, которые занимаются больничной клоунадой, совершенно разные. Это и студенты, и люди, которые уже работают. Было много ребят, я насколько знаю, из медицинского колледжа. Ну, то есть тоже студенты, и им это все близко. Мне бы хотелось, чтобы ряды наших волонтеров, они пополнились еще новыми клоунами, чтобы ребята были готовы тратить свое время на то, чтобы поделиться им с малышами, подарить им улыбку. Может быть, одну всего лишь улыбку за этот вечер, но подарить. И хотелось бы встречаться с ребятами, которые занимаются больничной клоунадой в других городах, чтобы делиться опытом. Потому что кто, если не мы?